Приближается весна, уже скоро начнется потепление, а вместе с тем возникнет опасность для выходящих на лед людей. Первые, кто испытает на прочность поверхность водоема, дети и любители рыбалки. Перед тем, как выходить на водный объект, необходимо удостовериться в прочности льда. Наиболее опасной считается середина, а также участки вблизи сливных труб и под мостами. Запрещается идти по льду в темное время суток и при плохой видимости. Если он трещит под ногами, значит, двигаться ни в коем случае нельзя. Также стоит знать, что делать, если все же провалился под лед. Аккуратными движениями, грудью налегать на кромку льда, потихонечку подбираясь к нему как можно выше. Да, и потом закидывать одну ногу, потом вторую, потихонечку перекатами откатиться от полыни, ну только не резкими движениями. И ползком-ползком поначалу, да, от места провала в сторону, опять же, того маршрута, по которому вы пришли, возвращаться к берегу. Безопасным для человека считается лед толщиной не меньше 10 сантиметров. Если температура воздуха больше 3 дней держится выше 0 градусов, то толщина льда уменьшается, соответственно, его прочность снижается. Я на самом деле сама очень сильно боюсь всяких таких погодных бедствий. Даже по обычной дороге я часто падаю, поэтому на лед я прям очень сильно боюсь выходить. Тем более тут у нас есть такая горка, в которой кто-то катается, тоже вообще очень страшно. Если вы стали свидетелем, как человек провалился под лед, немедленно вызовите спасателей по номеру 112 или 101. Постарайтесь оказать потерпевшему помощь.